5 ноября Верховная Рада Украины приняла законы про статус беженцев и защиту иностранных граждан, что приближает страну к безвизовому режиму с Европейским Союзом. Однако следующий законопроект об установлении факта рождения или смерти на временно оккупированных территориях вызвал не только горячие обсуждения, но и эмоции, несмотря на то, что представлял его лично министр юстиции Павел Петренко. Ці наші українські громадяни, які хочуть отримати легітимні документи про народження і про смерть, і про реєстрацію актів цивільного стану, зможуть звернутися до будь-якого судового органу на території України і протягом 24 годин отримати рішення суду, яке буде констатувати факт, юридично значимий факт щодо народження і смерті. Ці рішення будуть реєструватися в будь-якому РАКСі по всій території України. Чтобы упростить жизнь украинцев с оккупированных территорий, требуется внести изменения в Гражданский кодекс. Однако с таким решением проблемы согласны не все народные избранники. У нас территории Крым и Донбасс, они тимчасово окуповані, чи вони вже назавжди окуповані? Якщо вони тимчасово окуповані, чому ми вносимо зміни в цивільно-процесуальний кодекс, а не в закон про особливий статус окупованих територій? Один из авторов законопроекта, глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, согласился, ошибки есть. Но их обещают исправить ко второму чтению. Під час розгляду другому читанні ми обов'язково це питання врегулюємо. Тому прошу підтримати позицію комітету, цей законопроект підтримати тільки за основу. Дякую. В итоге законопроект приняли в первом чтении. Он поможет жителям оккупированных территорий не только минимизировать проблемы при установлении факта рождения или смерти в Крыму или Донбассе, а также иметь в будущем возможность посещать страны ЕС без виз.